Кутузовский проспект, да? Да, конечно. Пристегнитесь, пожалуйста. Не вопрос. Сейчас вам запрос придет на подключение. Say that shit, girl, I was goddamn hot. So we left the crib, now we in a goddamn ride. She looking goddamn fine. I wanted a bitch who was down. Чуть-чуть за остановку. Береговой проезд, да? Пристегивайтесь, пожалуйста. Мы в такси едем 10 минут, показывают. 9. А ты где? Гимнастика. Это мама? Да, мама. 8, да. Не сложно будет пристегнуться. Спасибо. Кажется, радиостанцию включили.
Пристегивайтесь, пожалуйста. Скажите, радиостанцию включить? Завод? Ага, да. А можете свет еще включить минута, записать одну минуту? Ну, едем, вообще не обращать внимания просто. Никаких проблем. Единственное, просьбочка пристегнуться. Пристегнуться? Ага. Давай сейчас я видео запишу и пристегнуть. Хорош. На ответственности. Не заезжать прямо здесь? Не, не надо. Сейчас. Хорошо, у меня я. Всего доброго. На малобранную, да? Пристегивайтесь, пожалуйста. Не писем. Скажите, радиостанцию включить? Да, конечно. Монте-Карло? Да. Монте-Карло или есть предпочтение? Да, можно. Там далеко-далеко. По идее, минут за 3, наверное. Да? Тузовский, да? Пристегивайтесь, пожалуйста. Радиостанцию включить? Да нет, спасибо.
все открыто. Всего доброго. Да. Конечно, ночные вурдалаки разительно отличаются от дневных пассажиров. Пассажирка сказала, да, пристегнусь, но не пристегнулась. Кстати, адреса указаны неверно. Вернее, адрес начальный указан верно, а конечный указан неверно. Вот такая вот фигня. Дело в том, что после отмены с мужчинкой мне не восстановили активность. Активность восстанавливали за первую отмену, за вторую уже не восстанавливали. Соответственно, сейчас у меня уже возможности отменять такие поездки не будет. И придется возить мне опять непристегнутых и ставить низкие оценки. Мичуринский проспект, да? Да. Пристегивайтесь, пожалуйста. Ага. Скажите, радиостанцию включать? Да, без разницы. Вон, вот такая вот. Всего доброго. До свидания.